Пугачева никогда. Хорошо. Понимаете, я просто хочу объяснить такую вещь, и не боюсь этого говорить. Просто очень многие певцы, которые от нее исходят, это люди жополизы, которые перед ней крутятся, которые на задних лапках. Я этого никогда делать не буду. И я помню один случай, когда был в Дворце молодежи в Москве, когда была Ротару, Пугачева, Леонтьев, очень много было певцов, известных, малоизвестных, пригласили меня. Вот. И я когда приехал с цветами, я только что с концерта, у меня огромная кипа цветов была. Я когда вошел в зал, и меня увидела Пугачева, она так сказала: «Пенкин». То есть для нее это было, понимаете, я для нее был звездой, потому что я никогда с ней не общался, никогда в ее театре не пел и не собираюсь петь.